Устойчивые к жаре березы будут выращивать в Заинском питомнике. Солнце последних лет буквально выжгло местные рощи. Вот и решили лесничие вывести более крепкий вид. Работать планируют и выходные, ведь каждым днем процент схожести семян все ниже. Уже через 2 года саженцы будут готовы к высадке. Кроме того, в Заинский питомник завезли немало декоративных культур. Орех маньчжурский, каштан, сирень и голубую ель.